затыкает ухо свое от вопля нуждающегося и просящего, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Не будет услышан. Феофан Затворник. Меня зовут Ада. Мне 13 лет. Я жду судебного приговора. Осудят меня за то, что спасла жизнь мальчику. Он особенный ребенок. Солнечный. Его отец по пистол спрыгнул с крыши небоскреба. Мальчик мог прыгнуть за ним. Я спасла его, нарушив закон своего мира. Не менять судьбу человека. Мир сакрального огня – мой мир. Вы называете его адом. Мой отец – верховный судья. Он главный после сакральных законов. Наша цивилизация должна оберегать чистоту все-таки эволюции. После смерти человека на Землю отправляют наблюдателей по душе умершего. Синдрион решает, реинкарнировать душу или обнулить в сакральном огне. Я не должна была спасать мальчика, но не могла поступить иначе. Меня объявят врагом государства. И мне очень страшно. Время молчания. 547 дней назад умерла моя мама. Отец казнил ее. Они не ценят жизнь. Надеюсь, на этот раз верховный судья, мой отец, сделает правильный выбор и изменит судьбу мира. Я верю.